Всем привет! Давно уже я хотел снять этот видеоролик. В распаковке бритвы Philips S5588 вы просили меня показать, как она бреет, эта бритва. Собственно говоря, я долго готовился к этим съемкам, отращивал нужного размера щетину. Ну и теперь, для того, чтобы всем было все видно, вот эта бритва. Мы ее раз достаем, ну и, собственно, начинаем бриться. А ты пенку чем взял? А пена не нужна, что ли? Да, паузу. Лопух. Мотор. Итак, друзья, я побрился бритвой, половину лица ровно выбрил, чтобы видно было контраст, как она бреет. Но на все бритье у меня ушло где-то минуты полторы. Вот. Вот такой вот результат. В принципе, бритву рекомендую. Она может снимать даже под водой. Брить под водой. Сделана она для того, чтобы бриться ей при помощи пены. Вот, что я многократно и проделывал. Но для вас снял видео, как я бреюсь на сухую. На этом все. Большое спасибо всем за внимание и всем, кто досмотрел.